Босоножки на плоской утолщенной подошве. 990 рублей цена. Я очень хочу такую модель. Ну, я абсолютно не удивляюсь, потому что они действительно подходят тебе по стилю, по твоему темпераменту. И я хочу сказать, что, скорее всего, это не босоножки, а сабо. И почему они подходят по твоему темпераменту? Потому что эту обувь очень легко надеть. То есть, вот если, например, вы тоже так же, как Лена, торопитесь, да, вам нужно постоянно много всего успевать, то эта обувь, она вам только придет на выручку, потому что вы не тратите время на какое-то застегивание застежек, да? А летом, летом это же такая свобода для наших ног. Я действительно очень капризная дама в выборе обуви. Это раньше я подходила необдуманно, для меня была важна красота. Пусть я мучаюсь, пусть я страдаю, но я выберу на обувь на высоком каблуке. Теперь я сказала, нет, только комфорт, но и красота здесь тоже присутствует. Да, вот смотри, у нас с тобой здесь тоже присутствует блеск. И вообще это такая люрексовая нитка здесь, да? А значит, вот именно вот это изделие, вот точнее, вот эта деталь, которая называется «Союзка», она полностью выполнена из этого материала. Причем блеск этот материал не утратит, даже если вы будете ухаживать за этим изделием простой влажной тряпочкой. Протирать от загрязнения, да? А потом дальше продолжать любоваться этим блеском. Здесь достаточно много открытые пальчики, да? Они не сдавлены, будут загорать и обдуваться ветром. Обратите внимание, что осталось всего 29 таких предложений, и все размеры у нас уже, которые есть в наличии, подсвечены красным цветом. Это, конечно, совсем ничего. Они могут закончиться в любой момент. Вы, конечно, хотите, чтобы ваши ножки это лето, это теплое, долгожданное лето встретили именно вот так. И красиво, и удобно. Ну да, и действительно, если вы отправляетесь к морю, да, может быть, не обязательно к морю, да, может быть, вы отправляетесь в какой-нибудь санаторий или там пансионат, предположим, да, и вас ожидают какие-то процедуры, то вы также эту обувь очень быстренько надеваете на свои ножки. Когда приходите к одной процедуре, вы, соответственно, быстро снимаете эту обувь, и все, да, процедуру сделали. Дальше уже нужно быстро обувь надеть, побежать на другую процедуру. Прибежали, тоже быстренько сняли. Да, мне кажется, и днем, и вечером вот эти босоножки будут уместны. Давай поговорим вот об интересной подошве этих босоножек. А именно о подошве или о стельке? О подошве, да? О подошве. Давай, мне интересно, смотри. Она имеет такие перекаты. У нас остается, кстати, всего 40 секунд до конца нашей презентации. Назову номер лота 74-323 для резерва. Ну вот смотри, во-первых, у нас с тобой подошва имеет вот такую вот ходовую часть, которая имеет, ну, рифление, назовем это так. Даже такой протектор. Конечно же, он нужен для того, чтобы украсить это изделие, безусловно. Такие вот волны как будто бы здесь присутствуют. С другой стороны, это обеспечивает сцепление изделия с поверхностью. То есть здесь надежность-то тоже есть. Более того, подошва у нас из полиуретана, а значит, она амортизирует, потому что сам по себе полиуретан, он просто невероятно легкий и имеет как будто бы даже пузырьки в составе. То есть он пористый. Вот о чем я хотела сказать. Именно поэтому он и легкий. Ну, а если мы с тобой даже измерим подошву, то ты увидишь, что высота подошвы в пяточной части составляет 2,5 сантиметра. А это очень удобно для того, чтобы казаться выше и в тот же самый момент не уставать. Потому что 2 сантиметра у нас 2,5 сантиметра в пяточной части, а в носочной части у нас 1,5 сантиметра. Да? То есть 74 323 990 рублей босоножки на плоской толщенной подошве.